Всем привет, с вами снова Димстр 2, и мы с вами продолжаем проходить мод для третьего дума под названием Tested 8 версия. Я помню, что закончили мы просто на полном трендице. Это так? Сейчас меня прям загрузки убьют, скорее всего. Да, нас ожидает борьба с тремя командосами шестистволками. Зашибись. Как хорошо, когда долго не делаешь серии, а потом садишься, а тут такое. Так, ну, сейчас я пару раз отъеду и буду думать, что можно сделать. Господи, с такой фигней. Мне аж еще звук прям в уши долбит. Так, ладно. Первый раз отъехали. Он так быстро выскакивает на практике. Я думал, будет как-то, блин, не знаю, попроще. Так, я подозреваю, что мне в прошлый раз не приходил в голову вариант вообще выбежать. Ага. Слушайте, а я когда выбегаю, вы заметили, их там двое. Не, вообще, у меня, конечно, по чуть-чуть подкрадывается, да, ой, а потом видим, третий подбегает, подкрадывается мысль того, что, собственно, я отсюда не выйду. Такая вероятность реально есть. Она не маленькая. Я боюсь, мне придется сначала целый левел проходить. Понятно, что это очень-очень, как это сказать, нежелательно. Но, блин, я честно хрен его знаю, что мне с этим делать. Так, мне реально надо придумать, как я могу сделать так, чтобы по мне не попадали пули. Мне нужно придумать какую-нибудь херню с тем, чтобы я мог хоть как-то спрятаться. Боже, как хорошо, когда загрузка еще быстро проходит, потому что, блин, если бы загрузка медленно проходила. Я же еще и оружие не помню, ничего не помню, что у меня есть. А, все, я как всегда на карту. Все идет намного медленнее, короче, да уже. И убивает за секунду. Блин, как жалко, что нельзя после смерти взять и полетать просто вокруг. Я бы сейчас столько за это отдал. Просто осмотреть бы местность. Потому что когда я вот ничего не вижу, ничего не могу решить, это, конечно, трындец, это реально фигово. Потому что, может быть, я бы нашел что-нибудь такое, что хоть как-то повлияло бы на мое решение. Слушайте, мне показалось, там сверху где-то лежит огромная аптечка. Ну, с другой стороны, даже если это и так, мне она на данный момент абсолютно ничем не поможет. Надо что-то другое думать, блин, что ж мне с ним сделать? Нет, он, конечно-то, может быть, и отъедет с одного выстрела, мне кажется, такое уже было, да, в голову. Да, слушайте, значит, этот отъезжает, блин, ну, на скеле. И плюс везение, может быть, авось как-то и поможет. Ну, вообще, это трындец, мне реально должно повезти. Да, я это, небось, в прошлый раз еще и говорил. Эх, значит, надо подкараулить первого, шотнуть его в голову, потом, наверное, стрейфить вправо и в воздух. Блин, они же бесконечно, скорее всего, стреляют, да? Боюсь, что да, у них, я вот сейчас думаю, пытаюсь вспомнить, я не припомню ни одного момента, когда бы они делали... Блин, только не говорите, что вырубило. Ну ты чего? Ну не начинай, мод. Чё ты творишь? Я ж только начал. Да, ладно, значок загрузки Windows, это стопудовый этот вылет. Ладно, будем переключать серию, сейчас я вернусь. А, не, или всё нормально? Всё нормально, лол, кек. Чебурек. Ну ладно. Просто это было довольно внезапно, и у меня отнялось управление игрой. Окей. Окей. И у меня абсолютно точно никаких сохранок поближе нету, да. Блэд. Ну как всегда, короче, ладно. Значит, не будем переключать серию. Не то чтобы это надолго отодвинуло этот момент, ну ладно. Блин, вот если бы только они не следили пушкой за мной, когда я прыгаю, это решило бы очень много проблем. Сраный рейтрейсинг. Или как он там еще называется, я не знаю.
в каждом движке по-разному. Блин, я даже первого не убил. Ой, твою налево. А ведь если б я только пошел, не побоявшись сложности этого коридора сразу в него до конца, вы же помните, как все началось? Я просто тупо пошел в правый коридор, потому что мне не понравился левый. Кажется, это было так. Типа, блин, я бы сейчас был с куда большим количеством хп. Я бы, может, хоть что-нибудь придумал и большим количеством патронов, потому что я столько просрал в правом коридоре, в котором не было ничего, абсолютно тупо ничего. Это, конечно, трындец. Ой, блин, ладненько. Я на самом деле думаю, что-то и правда. Ну его в задницу. Короче, реально тупо проще будет пройти левел сначала. Потому что я отсюда не выберусь. Я не смогу. Так, где тут? А, мне помереть надо. Так. Рестарт. Все равно будет, конечно, да, пупение неудобно, потому что я абсолютно... Мне сейчас надо будет опять осваивать все оружие, которое у меня есть, вспоминать, какой коридор куда ведет, где чего. Я помню, что здесь был трындец с хеллнайтами очередной, но... Блин. Реально, я не знаю, о чем еще делать. Ну, я, в принципе, пока в любом случае не сохранялся, вроде как. Господи, впрочем, был бы еще и мод перевключить. Ты будешь грузить, сволочь, по полчаса каждый раз. Пофиксить этот баг. Это баг просто высшей категории. Нельзя же так выпускать моды с аддонами. Блин. Так, ну что, скажите, что у меня куча ракетницы. Почались-то. А чё, уровень прям так начинался, рили? Ну ладно. Так, ой, а теперь мне что-то немножко тихо. Во, так получше. Так, 100 хп, однако. Потрачу-ка я наконец-то гранаты куда надо. Потому что вот сейчас, в этом трендеце... Когда я вижу, что у меня ни хрена нет патронов, я сейчас резко-резко сразу начну их экономить, естественно, потому что как же, блин, по-другому. Твою налево, ну вот, правда, рили. Нет, это дико тупо, это невероятно дико тупо. Мне надо только надеяться, что мне потом дадут играться снова 100 хп. Потому что я... Твою налево, нет, знаете что, нет, я это перепройду. Я вижу, какой трындец будет дальше, мне нужно лучше... как называется, господи, менедж. Ой... Менедж. Минигировать. Ну вы поняли. Короче, лучше считать, обращаться со своими ресурсами. Все, что у меня есть. Так, короче, нельзя. Вот. Мне надо быть более экономным и рациональным. Поэтому я не буду нестись, когда у меня не 100 хп. Хер пойми куда. Сейчас я заново просто выучу все спауны. Кто за кем идет. И все должно быть хорошо. Если мод подгрузит, конечно же. Да, ну блин, ну правда что? Ладно, переключаемся сейчас. Дратуйте в очередной раз. Так, ну чё, начинаем рационализировать. Блин, я, конечно, гранат кидаю, как всегда, в полу слепую, нихера не видя. Ладно, у меня их, в принципе, реально хоть жопу и жуть, поэтому... Надо, короче, пользоваться. И пока этот дырок не подошел поближе, надо их кидать побольше, естественно. Надеюсь, что он не снимет мне хоть сколько-то там хп. О, твою налево. Так, спокойно. Да, да. Вы издеваетесь просто. Ну какого? Ой, блин. Фух, как хорошо, что я умер, потому что мне сейчас просто стыдно стало. Надо чаще сохраняться и считать хп.
Тихо, да блин, ну как этот Ирон все время умудряется меня задеть своими вонючими когтями. Так, ну ладно, сейчас, пока все идет нормуль, надо расслабиться. Тихо, спокойно, я сейчас даже сохранюсь, да? Меня ж никто за жопу кусать не будет, правда? Отлично. Ну чё, все, это просто VIP. 85 хп это никак отнюдь не 10, 15 и так далее и тому подобное. Вот, так что все, короче, хорошо, наверное, правда? Поэтому можно дальше потеть. Вон сколько тут ракет, просто хоть жопой жуй. Да ладно, рили? Блин, я от этого вот напряга не могу спокойно мысли формулировать и говорить. Ой, так что вы пардоньте, в случае чего я тут дико потею. Блин, ну это как... Твою налево, это просто, я не знаю, это обида в квадрате, ну как так могло произойти? Нет, ну вы знаете, самое дурацкое, что я не могу ничего другого тратить, я не собираюсь ничего другого тратить, я не хочу тратить свою ракетницу, потому что моя ракетница это мое спасение. Там 25 патронов, пардоньте, это да, еще даже больше, да, это 30-35 патронов. О, хорошо, хорошо. О, как хорошо. Так, ну пока мне прям везет. Главное, эй, вот это самое главное, да, чего я пытался. Ладно. У меня тут вроде сейв где-то недалеко был, я думаю, если что, можно, да. Если что, можно будет попробовать как-нибудь и от этого увернуться. Я, правда, как всегда, не очень удачно сохранился, но... Вот так, спокойно, все. Твою налево. Они спа... Так, ладно, все, я сейчас опять просто сразу загружусь, я не хочу столько хп потерять. Они спамят этим сраным огнем, как из пулемета. Как будто у них там огнемет стоит. Сейчас я приноравливаюсь, спокойно, доджим, все, доджим. Твою так. Ладно, это фейл, обида, уныние, печаль и ад и так далее и тому подобное. Ой, абсолютно забыл об этой долбанной стенке. Вот, так вот, они же должны шотаться в голову. Все правильно. Так шотайся, вот так хорошо. Ох, как хорошо. Так, я на самом деле себе из-за того, что отвоевал эту комнату, я так понимаю, я уже в плюсе, но я до сих пор жмот на моей хпшке, которую я сейчас потерял, как всегда, не очень любезным образом, поэтому не буду пока сохраняться. Ой, да твою налево. Ну правда что ли? Так, ладно, хорошо, что я помер, как всегда. Про этот момент я забыл с прошлого раза. Нет, я сейчас, конечно, когда это по второму кругу все проходит, я это начинаю вспоминать, но из-за того, насколько давно я все это записывал, то все-таки не могу так сразу все помнить. Блин, ну это чистая обида просто, я не знаю, это реально обидно. Чё ж весь бред в том, что мне, блин, надо их посчитать, потому что я сейчас вот последнего как только убью, так сразу и... О, слушайте, это хорошо. Так сразу и вылезет эта дрянь. Где-то вот тут надо сейвануться, да.
Ой, ну это... Все, ладно, как хорошо, что я только что сохранился. Блин, мне реально надо придумать, что мне с этим делать. Я, по идее, у меня должны быть какие-то патроны для пулемета. Может, я его сразу прям разогрею и так, как этот, как ковбой в бегу. Ну-ка. А, патронов ни хрена и нет. Ну, так я их тогда подберу. Ну, дайте патрончиков-то. О! Ну-ка. Твою мать, все равно... Блин, как обидно, а? Ладно, я каждый раз просто реально радуюсь тому, что я отъезжаю, потому что у меня потихоньку начинает формулироваться в голове, формироваться стратегии, которые можно придумать, применить. Ой, это так обидно каждый раз. Я боюсь, мне все равно придется лизать ракетницу. Не, ну у меня сейчас хотя бы ХП опять побольше, чем было. Так, ладненько. Мне нужно, самое главное, сейчас попытаться не потерять ХП вот от этого лошадиной рожи, от этой. Потому что я сейчас тоже обидно теряю. Я думаю, от этого можно как-то увернуться. Потому что я абсолютно не помню, что где-то там потом были аптечки. Понятно, что они, скорее всего, все-таки есть. Но... О, вот это просто идеально. Просто идеально. Ой-ой-ой. Так. А вот с этим я не знаю, что делать. Ну ладно, главное, что я сохранился прям с большим количеством ХП, бла-бла-бла, со всем вот этим. Я думаю, я все-таки потрачу ракетницу. Вот, пока есть возможность. Просто надо, как это, очень умно ее сейчас юзать. И юзать только в тех случаях, когда я вот прям вообще ничего другого не могу. Хотя, я ж могу плазмоган, наверное. Я, в принципе, да, знаете, давайте я попробую плазмоган поюзать. Он все равно валяется, как всегда, без дела. Там он вроде что-то такое даже лежит. Ладно, плазмоган слишком слабый для такого расстояния. Для расстояния, в смысле, потому что они ко мне слишком быстро подходят, мне нужно больше времени. Пулемет там заканчивается, как назло, да? Ой. Гранат, что ли, покидать? Блин, я не знаю. Мне так неохота юзать ракетницу, потому что это вот прям бог из машины для меня сейчас будет. Если я смогу попользоваться ракетницей, вот те самые дебильные, самые плохие моменты, это будет VIP. Да он так мансует. В смысле, а я чё, я обоих? О, так, слушай, неплохо. Реально неплохо. Только ХП 42. Не знаю, сохранятся, не сохранятся. А, ладно, короче, давайте. Все-таки надеяться на аптечку. Здесь должны быть аптечки. Ну, смотри, там я уже одну вижу. Так, отвалите от меня. Я тут пришел коридор с Хеллнайтом проходить, а не за паком валить. Я на самом деле, кажется, я... Это весь уровень такой арендный просто. Я твою налево. Я, скорее всего, не так уж и много ты прошел. Да в смысле? Какого хрена? Вы что, издеваетесь? Не, так это дело не пойдет. Там была аптечка, которую я не подобрал. Ну и в задницу нет. Я сейчас все подберу. Сначала.
Без спроса взяли, телепортанули, совсем уже охренели. Ладно, я хоть буду знать, что как только вторую каку убиваю. Сразу меня куда-то уводит. Блин, он опять начал долго грузить. Давай, мод, я хочу за эту серию полностью пройти левел. Я буду пытаться, наверное, сейчас писать реально по длине серии, просто потому что у меня, как вы понимаете, меньше времени, раз я так редко выкладываю. Вот, поэтому, короче, не знаю, как получится, но серии должны быть... Да твою... Просто удачи 10 из 10. Серии, короче, должны быть длиннее. Я не знаю, сколько у меня в итоге выйдет, посмотрим. Зато на них еще и просмотров, по идее, должно быть больше. Мне так для канала лучше. Ставьте лайки, все дела. Больше лайков, богу лайков, чтобы мои серии вылезали куда-нибудь в топ, смотрело больше людей. Так что я думаю, так всем понравится больше. Там, конечно, кто-то когда-то писал, типа, что можно серии поменьше, но у меня сейчас такой возможности не будет, чтобы хоть что-то, в принципе, писать. Нужно серии длиннее делать. И это, кажется, единственная аптечка, которая, в принципе, лежит в этой комнате. Не, может, их, конечно, и две, но, блин, мне надо сначала все-таки подождать, пытаться применить этого вонючего скелета. Ну-ка, тут аптечка есть. Тут аптечки нет, понятно. Значит, все-таки... Может, я их просто обгоню? Да, воу, так, хорошо. А, нет, это была аптечка, вы смотрите. Пока меня за зад никто не кусает, я тихонечко все сейчас подберу дело. Потому что раз меня без спроса телепортируют, я, скорее всего, в прошлое прохождение, значит, так взял и улетел. Стопудово я вот прям гарантирую, так все и было. Потому что я от своей серии не пересматриваю. Ать. Твать. Ох, как хорошо. Ох, как хорошо. Все, и хп много, и патронов много. Все есть, зашибись. Слушайте, секрет какой-то. Че, вы что, издеваетесь? Реально, что-то секрет, который сам открылся, как только я сюда пришел. Блин. А так должно вообще быть? Охренеть, сколько там ракет было. Это сколько их у меня? Да ладно. И чё, и такого в прошлый раз не было, правда? Правда не было? У, твою налево. Драпнуть. Так как... Ладно, я просто сразу загружусь, потому что я теперь такой жмот в этой, на этом уровне буду. Просто невероятный жмот. Не хочу, не хочу получать урон, когда я могу этого избежать. Вот как всегда, я, блин, я думаю, это обычный суммонер, а это, небось, какой-то это тарх суммонер. Хотя я даже не знаю, есть ли такой в третьем думе или нет. Вот, но, блин, если он не помер от одного выстрела с двустволки в голову, скорее всего, это улучшенный. Нет, друг. Давай, подгружай, я в тебя верю. Я даже на самом деле не могу представить, от чего случается вот такая фигня, потому что сколько я сейчас сижу за тем, что делаю свою игру, сколько я сижу в коде, я не могу представить, как может работать вот это вот, то, что оно каждый раз длиннее и длиннее грузит и не включает даже экран загрузки. То есть, скорее всего, если оно не включает экран загрузки, там копится какая-то хрень типа кэша. То есть, они забыли на что-то написать удаление. Но, блин, за такими вещами надо реально следить. О, хорошо, сзади никто не кусает все еще. Отлично. Отлично. Так, ну чё? Ой, сейчас все будут вылазить, небось, эти ревенанты, да, из стен. Нет? А, ага. У! Твою мать! Как бездарно просрать хп просто. 10 советов от Where is my fun. Ой. Ну ладно, я помню, я в прошлый раз тоже пугался. Они так бесшумно, блин, шлепают, что как только они не подойдут на расстояние куся просто, я не слышу, не вижу их, как будто они в стелсе. Причем гадыши идут сразу с двух сторон. Мне надо пушку поменять под это дело. Я сейчас подобрал такую тучу патронов, что мне просто мне должно что-то найтись. Вот конкретно под этот энкаунтер... Двустволку мою любимую я, видимо, все-таки юзать не буду.
Блин, ну вот просто судя по мне самому, какая же крутая вещь двустволка. Обязательно найдутся какие-нибудь фанаты именно такого оружия, что надо ее хорошо сделать. Ладно, судя по звуковому оповещению, мод опять вылетел. Буду переключать. Так, мы остановились на том, что мне нужно сменить пушку. Хотя я на самом деле все время сторонник того, чтобы... Это как, знаете, как с этим, как с двуручным мечом в узких коридорах. Вот, но я реально все время был за то, чтобы даже в такой ситуации через силу все равно оставаться приверженцем своих взглядов, как в Берсерке. Гац, гигантская рельса, ломал колонны просто. Когда дрался в узком пространстве. Так, ну тут я могу назад взять пушку, я тут уже все. Благо, Hell Knight идет с одной стороны. Все, зашибись. Больше никто куй сделать не будет. Так, у меня перезаряжен, хорошо. Патронов хоть жопой жует. Пока все выглядит прям очень-очень радужно. Ой, не то хотел. Тут я хочу потратить вот это все равно. Нафиг никуда больше не сдастся. Кроме как вот такие ситуации, походу. Особенно если бы еще никто не мешал. Что там стоит, пушка далеко, достать его тяжело, пушка слабая, прям идеальная ситуация. О, слушайте, там фигня на 200 хп, я про это совсем забыл. Ладно, зал я этот помню, реально, потому что взял и забыл. Ну ладненько. Как бы мне же лучше. Мне же реально лучше. Так что, чего я жалуюсь? Главное просто дойти вот со всем вот этим, что у меня сейчас есть. Дойти живым до того дурацкого коридора. А дальше, думается, мне все должно быть хорошо. Ой! Чуть хп не профукало. Блин, мне так охота делать опросы на канале. Я вот очень сильно жалею, что нету... что не дают, блин, возможности каналам с малым количеством подписчиков устраивать опросы. Тихо! Тихо, живем. Ай, спокойно. Платформа на самом деле широкая. Так. Отлично. Да я до сих пор не потерял хп, это просто охренеть. Я вот только что думаю. А это, блин, случаем. Твою налево! Это этот уровень? Он оказывается длиннющий. Охереть, я совсем забыл. Это ж здесь сейчас подметол из 10-й финалки начнется. Начнется всякое непотребство, да? Твою налево. И чё я буду делать? Блин, я реально это буду по второму кругу что-то проходить. Охереть. Вот это я себя просто загнал. В прекрасные условия. Это ж надо... Как я... Твою налево. Как я мог забыть, что это в этом уровне? Не, ну вообще я реально, я очень... давно получается, сколько я неделю, как минимум неделю, а может быть даже и две не проходил, не делал ни одной серии, так что да, я вполне мог забыть все это, собственно, я и забыл. Обида. Ой, ну давайте без... как неудобно вы, сволочи, летите. Самое тупое, что плазмоган для этого подходит лучше, на самом деле. Но у него нифига нет патронов. То есть они сейчас как полетят. У меня, естественно, сразу закончатся патроны. Я не успею их всех прибить. Так, ну что, у вас только трое, что ли, таких было? Веселых. Тихо. Не хочу... В смысле? Не хочу спешить вперед, потому что надо почистить, конечно, концы.
все имеющиеся. Только не прыгни, сволочь. Так, ну все, по чуть-чуть начинается веселуха. Господи, сохранился, как всегда. Все, пошло дело. А, блин, он заспаунился прямо у меня перед лицом. Ну, поехали. Так, мне нужно правильно менеджить свою стамину, и все будет хорошо. Твою мать! Фух, так хорошо шло, а. Мне аж после этого музона хочется по второму кругу в десятую финалку поиграть. А наш, кажется, был уже этот, да, ремастер, я очень не помню. Кажется, был, это сейчас 12-й вроде уже начинаю ремастерить. То есть, в стиме его еще нет, его вроде еще делают. Тихо, да, блин, опять этот самый ублюдок. Все время, постоянно просто забываю, что... этот хитбокс, блин, на башке просто в два раза больше самой башки. О, хорошо, я аж опять обрадовался. Блин, побольше бы метола приятного. Было бы так классно. На самом деле, я вот сейчас понимаю, что отчасти, причем не маленькой части, в таких модах, как этот, как Nightmare и In Hell, очень много положительных эмоций и атмосферы придавал именно вот потрясный метол, вставленный в моды, хоть он и точно так же, как и весь остальной вставленный звук в третий Doom играет громче, чем весь остальной встроенный. Это жутко неудобно и по-дурацки, но, блин, вы извините, но в такой игре просто должен быть метол, поэтому я абсолютно не понимаю людей, которые пытаются делать какие-то моды без нормального звукового сопровождения. Это просто, это must have. Нельзя делать мод к третьему Doom без такой музыки, просто нельзя, с интонацией. Интересно, я его когда так взрываю, его самого дамажит, когда об этом не задумывался. Твою налево. Кажется, пора брать вот это. Наконец-то хоть заюзаю ракетницу, которую все никак не мог использовать. Точнее, не мог, аж мотился. Сейчас, как всегда, пройду, блин, все нафиг без использования ракетниц, как в таких случаях бывает. Не, вообще, ладно, надо реально начинать уже использовать все, что у меня есть. То есть, что, я просто так копил, что ли? Хотя, блин, я сейчас как начинаю вспоминать, что там дальше будет. Твою? Я же как-то сразу перехачивался, замечательно. Я не понимаю, что пошло не так, на самом деле, вот со вторым Красным Хеллнайтом, потому что, блин, я же до этого намного лучше уворачивался, я не понимаю, в чем прикол. По
поэтому я все время радуюсь, когда меня убивают, когда у меня не 200 хп. Потому что, ну вы же видите, можно реально тупо все заевейдить, вообще все. Поэтому обида, когда так происходит, просто дикая обида. Эх, возьму-ка я что-нибудь... А хотя, кого я падаю, зачем хочу? Мне может что-нибудь понадобиться потом. Другой ситуации, поэтому я буду дальше жмотиться и стрелять только из двустволки. У меня БФГ даже не перезаряжен, скорее всего, да? Его ж небось тоже перезаряжать надо, как в руки возьмешь. Эх, надо просто все оружие перезарядить. Но у меня сейчас... У меня возможности, конечно, не было. После того, как я его взял... А, не, вру, была... Была одна возможность перед тем, как я начинал прыгать по ступенькам, да. Ну ладно, уже поздно. Я об этом как-то не подумал, если бы уже поздно. Да ладно, ладно, 3 хп не страшно. Так, сейф. Блин, вот здесь самое дурацкое, это подгадать перезарядку. Как вы понимаете, такое случается крайне редко, поэтому здесь я, наверное, потеряю немало хп. Можно бы, конечно, пытаться постоянно байтить на или атаку, но, блин, это явно не всегда будет происходить. А, вы посмотрите, его все-таки дамажит, охренеть. Ни за что бы не подумал, ну ладно. В смысле, от чего я сейчас потерпел? Ой. Все, пора загружаться, короче. Даже если каким-то чудом сейчас это пройду, я не обрадуюсь, если 25 хп. Байтись, сволочь, давай, били атаку. Блин, а у меня стабильно получилось, чего я не досмотрел. Во! Все, ладно, надо меньше выпендриваться, брать в руки ракетницу. И все, и погнали по кругу, сейчас им хедшотов ракетами. Не, я прям что-то как-то очень удачно сейчас все это прохожу, мне аж не верится. Неужели я в прошлый раз так же? Я ж не так шел, наверняка. У меня была похуже ситуация, скорее всего, был очень расслабленный. Слишком самоуверенный, поскольку прошел. Чё со мной, небось, может случиться? Чё создатель мода может еще принести такого, чтобы я не прошел? А тут вот. Главное не заспаунить того. Так. Спокойно. Ой, начинается, как всегда, все эти игры. Ну там же еще один за стену. Он же будет тоже спауниться. Я не верю, что не заспаунится. Так, ну что, делайте ставки, я смогу туда добраться. Нет, тут, походу, вообще никакого механизма нет. Да, че ж она заново там заспаунилась? Ну ладно. Вообще, что-то, как всегда, часто бывает, помните, когда... Ой, тут аптечки. Когда ни хрена не можешь пройти, потом просто садишься такой через денек, через неделю. Ну и все, и на изи все проходишь за 2 секунды просто. Открывайся. О, нифига, нормально. Нормально. Так, слушай, там прям занесено рукой, что-то стоял. Вот скотина. Я не могу такого допустить. Мне надо... Просто я обязан
обязан перезагрузиться. Ладно, короче, да, я просто сразу, потому что это бред полный. Там реально просто стоял с занесенной рукой. Я по-другому это никак не могу объяснить. Стоял такой, ждал. Подмышку нюхал. Пока я подойду, пока дверка откроется. Сквозь стенку меня еще небось видел, сволочь. Как меня бесит во многих играх, когда мобы видят сквозь стенку. Неужели люди не могут написать нормальную систему обнаружения игрока? Ну это ж... Ладно, я не буду говорить, что это изи, но это вполне можно сделать. Я не понимаю, какого хрена я этого не делаю, потому что это... Собственно, чуть ли не самая важная часть геймплея. Поэтому это просто... Нереально гигантские ощущения. Когда вот так вот играешь, а потом чувствуешь, как говна поел. Когда мобы сквозь стенку смотрят, стреляют заранее, или в стенку стреляют, особенно в комнате. Если сидишь такое за каким-нибудь укрытием, а по тебе стреляют в стенку. Ладно, здесь я, конечно, утрирую, здесь, понятное дело, не так, это я просто меня что-то за меня затригерило. Так, сейчас пинки должны побежать, да? О, еще ракету дали. Я просто как это, как от бабушки, весь стриженный. Как бабушки откармливают, вот меня так же сейчас патронами закормили. Да ладно. Ну а ты-то куда? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо. Блин, в темноте ни хрена не видно. Твою налево. Так, все не может так плохо закончиться. Это что-то какой-то фейл. Подождите, я так не играю. Я буду опять перезагружаться до пупения, пока хорошо это не пройду. Я ж там вроде удачно сохранился. Я перед пинки вроде сохранился, так что все должно быть хорошо. Сейчас мы все переиграем. Давай, грузися. Переключать по-любому надо будет скоро. Так. Как тут? Блин, а где он спавнит? А, он вот отсюда спавнит. Слушайте, а места-то мало, места реально мало. Я, пожалуй, так и сделаю. Так. Посмотрим, что из этого получится. Ой, блин, я про них забыл. Ай! Сволочь! А может, такие ракеты? Я сейчас хотя бы, по крайней мере, уверен, что у меня будет 100 хп. Ладно, уже не очень. Твою налево! И я упал в эту фигню. Как так можно? Не, ладно, надо все-таки БФГ там юзать. Потому что что-то не очень это удобно. Хотя не, я могу еще извернуться и больше выпендриться. Точно. Я буду и дальше выпендриваться. Не хочу ничего такого тратить, потому что я могу, убив пинки, пробежать туда дальше налево. Мне надо попытаться это сделать. Хотя, блин, не, я не успею. Да. Потому что он выходит сразу, как только я убиваю второго пинки. Обида. Ну, что-нибудь, короче, сейчас придумаю. Если надо, так заюзаю. ВМГшку. Перезаряжать надо, я, блин, забываю. Патроны здесь брать забываю. Давайте, я вас ожидаю. Хотя, смотрите, я тут довольно близко убегаю. Если он вот сейчас... Во, тихо. Да, блин, ну правда, что ли? Какого... Ой, ладно.
Короче, я просто сразу перезагружусь. Плохая идея была. Нифига не успеваю. У него, блин, его туша... Точнее, коллайдер на его туше тоже раза в три больше него самого. И как всегда просто получается. Я его даже обойти не могу. Одно дело, если бы я мог реально пробежать, я бы об этом еще что-то как-то подумал. А так, ладно. Плохая идея. Надо его просто по-быстренькому снять и все. Только не говорите, что ты вылетел. Пожалуйста, ты сможешь. Я в тебя верю. Отлично. Так, что я тут делал? Опять забыл патронов подобрать. Ой, я не перезарядил. Тихо, не спаунтесь, не спаунтесь. Так, БМГ. Да ладно! Отъезжай, сволочь! Твою мать, слушайте, а это было близко. Что-то какой-то очень прям неудобный энкаунтер. Ладно, я не убежал, все, сохранился, аптечки вот там, прям все хорошо. Все будет хорошо. Да. Иди, пожалуйста. Отлично, все. 100 хп. Никто за жопу не кусает, все хорошо, даже еще птичка была. Так, ну все, теперь будет этот вонючий коридор, да? Или нет? Кстати, еще птички, нифига себе. Или сейчас головы сначала прилетят. Обычно, когда вот такое делают, опять прилетят головы. Кстати, а почему? Твою? Опять решили за задницу кусать. Только не прыгай. Мне обидно будет. Кто там еще? Где? А, это лифт просто едет. Блин, а то камера тряслась и вроде такой звук был, как от этих. Как от Hell Knight'ов. О, еще 200 хп. Правда, что? Так, ну что-то я прям во все оружие реально подъезжаю. Это очень подозрительно, конечно. Ну, ладно. Так. Ну что такое? Что я не так делаю, скажите? А, дверь отодвигается, все нормально. Блин, и опять дают ту же хп на... Ту же аптечку на 200 хп. Ну что такое? Зачем все делается? Что происходит вообще? Не назад идти хотите сказать? Я просто расскажу, что то же самое говорил. Я что-то такое помню, да. Ну-кась. Ну да, портал. Прям мне в рожу. Ну, вот правда. Рили. Более дурацкого и обидного способа потерять ХП я не знаю. Нет, ладно, знаю, конечно. Я много чего знаю. О, аптечечки, слушайте, их заново заспаунили, это ж надо. Кого тут сейчас на меня? Манкубы всякие, да, будут еще какая-то херня. Давайте, давайте. Блин, а я такого не помню. Неужели этот уровень был настолько огромный? Ну неправда же, это ж не так было. Я его довольно быстро пробежал вот этих вонючих коридоров. Естественно, по мне все попало. Ну, твою налево. Не, понятно, что я, конечно, выпендриваюсь, у меня все еще 600 хп. Хожу тут такой с бонусными хп еще и выпендриваюсь. Вообще обнаглел. Так, это сейчас эти пауки будут. Честно говоря, не знаю, чем их лучше убить.
блин, а я всю четверку штуку потратил. Блин, это в того гада влетело 4 патрона, и он не умер, охренеть. Ай! Эти еще самоводящиеся задрали. Да хватит меня гладить, он так не рукой трогает, такая анимация. То есть там ракета куда-то в пространство улетела, они могут коллайдер забыли добавить. Ой, ну начинается, как всегда, блин, короче, просто. Только я собрался такой, все хорошо, и тут я отлетаю. Точнее, начинаю отлетать, несмотря ни на что просто. Блин, ну, не пойдет так дело, я хочу дальше жматиться, я хочу дальше ходить с 200 хп, надо что-то мне придумать. Блин, опять ты вылетел, да вы издеваетесь. Ладно, сейчас быстренько переключу. Блин, пока переключал серию, 10 раз все забыл. Так, ну ладно, короче, чё я могу этакого с ними сделать? Прикол в том, что особо-то ничего. Так что я даже не знаю, вообще, может быть, пулемет неплохо поможет. Я вроде поворачиваться смогу. И стрелять постоянно, даже не знаю. Ну, сейчас, короче, на практике посмотрим, как всегда. Что из этого получится. Пока вроде неплохо мансую. Пока что. Да отлетите хоть один. О, хорошо. Тихо. Ай, твою налево, надо как-то тоже поаккуратнее со стаминой. Но вот она сейчас закончится. Я, как всегда, чуть-чуть удал, ладно. Тихо. Кто там больше не лезет меня жевать? Ну ладно, у меня тип как 100 хп. Тип как. Как всегда, брони, блин. Ты хренище больше, чем хп. Опачки. Так, ну чё, это те самые коридоры? Да, это те самые коридоры. Ну, ракет у меня немало. Так вот, я не помню, помогут ли они. Ну ладно. Короче, начинаем. О, да ты быстро отлетел. А, это шети. Они не горят, точно. Это не огненные мрази. Отлетай, пожалуйста, тихо. О, как хорошо, тихо, спокойно. Ну, что тут можно сказать? Это вин? Как бы понятно, что я все равно отлетел, но ё-моё. Это реально вин, это все. У меня просто позиция раз в 20, наверное, лучше. Чем была тогда. Так что переблема решена. Все будет хорошо. Надо только пытаться попасть. То, конечно, в темноте, как всегда, нихера не видно. Но я там, кажется, просто всех убил даже, да? Ну и все. Сейчас там эти повыбегают. Можно тихонечко с ними расправляться. Они, конечно, пытаются ко мне подойти поближе, но... Ну все? А тут кто? Кто-то есть вообще? Нет? Ага! Вот и все готово. Отлично! Ой! Господи, чё ж вы меня все пугать пытаетесь?
В смысле, ты что, изо рта стреляешь? А, это эти, твою налево, это будущая глупая смерть. Я сохранился, нет, я не помню. Будет час, как всегда, просто вид столетия, если я не сохраню. А, нет, я сохранился, все хорошо. Блин, дурацкие эти гады. Надо выбежать из этого дурацкого коридора, да, в сторону того, где побольше места, чтоб не прыгать. Видите, как турели просто стоят такие нековые, ой, не надо, мне лягушка прыгать. Так, ну чё, и тут вы такую же комнату открываете, да? Не, подождите, я сначала сюда зайду, хочу, чтобы у меня соточка хп была все время. Так, сейф есть, тут патроны еще есть, хорошо. И чё тут? Кого бы на меня? Блин, я какой-то стрёмный звук слышал, но я не понял, заспаунился кто-то или нет. Это для вида, что ли, просто комната ничего не открывается? Да, знаете, наверное, для вида. Ну ладно. Не, вообще, конечно, это правда вид столетия, что я наконец таким образом это прошел. Потому что это просто изи было на раз-два по сравнению с тем, как было в прошлый раз. Так, и куда идти-то? Куда жать, чтобы было весело? Выпустите. Ну, назад-то хоть пустите. Ага, назад пускают. То есть вы хотите сказать, что мне теперь сюда? Подождите, а сюда? Ага, пока нет. Ну ладно. Пошли. Я помню, что здесь было попроще, но... Не помню. Не помню, что... Помню просто, что было попроще. Здравствуйте. Блин. Толпа ревенантов, это, конечно, такое себе удовольствие. Ну ладно, как, пока есть эти, пока есть стенки, все более-менее под контролем. Ладно, вру, сейчас я отлечу, да, уже отлетел. А, теперь, когда я знаю, что мне грозит, сейчас я их быстренько всех образумлю. Вот так вот. Да, блин. Ну выпусти, дядя. Слушайте, а что-то это как-то не так-то и про. На самом деле это полный бред, потому что я абсолютно точно помню, что в этом коридоре у меня в прошлый раз все было на изи прям. Тихо. Тихо. Дайте поевейди тироды. Ну хоть как. ХП есть. Живем. Так, что мне тут еще преподнесли веселого? Я так помню, это вроде было все. Меня теперь по всем законам должны спокойно выпустить, правда? В смысле, вообще из этой зоны. Туда вот назад. Туда, откуда я пришел. Почему это пик? Какой-то секрет, что ли? Может, пострелять надо? Не. Ну ладно. А, я, подождите, не секрет. Я тут пришел. А что вы от меня хотите? В таком случае. А, это же сейчас эта херня будет. Да, будут сверху вылетать. Я ничего не вспомнил. Только как, почему и где? Где-то кнопочка должна быть, да? А, да, вот кнопочка. Excusez-moi. Блин, иди в задницу. Не хочу бегать, хочу выйти из этой комнаты. Отстаньте от меня со своими вот соусами или кто они там. Ой, тихо. Тихо. Второй-то откуда? Слиш! Алло, я кнопку одну нажимал. Да твою. Обида. Вот эта комната, она реально, она не то чтобы сложная, она больше противная. Это вот прошлое было реально трындец. Вот это просто противная. Не люблю такие комнаты. Может, я вот этим с ним быстренько разберусь, где херня. Где кнопка? Дядя кнопка, ты куда убежал? Сюда? Я что-то нажал, нет? А, вот кнопка. Тихо.
смысле, где второй-то? Еще кнопку нажать, что ли, надо? Че, правда, что ли? В прошлый раз они без спроса взяли, вылетели такие наглые. Ну ладно. Раз вы так просите. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Но с пулеметом так-то изи. Вообще изи. Так, а тут так ничего не появилось, да? Ну и идите в задницу, все, пошли. Так, ну чё, я прошел дальше, чем было. Что ждет меня теперь? Блин, это кто? Это... А, это не Квейковский, это стартный паук уже. Господи. Я уже от него так отвык, учитывая, что здесь все время пихают этих квейковских, как они называются, не помню. А чё эта фигня закрылась? Просто так? Ради веселья? Векс, а тут аптечечки меня так удобно ждут, которые я тогда не подобрал. Зашибись. О, тихо. Ну, начинается. Я так понимаю, колонна мое единственное спасение, да? Блин, надо хоть одного убрать, чтобы мне место было для танцевания. О, ну и комнатка. Это будет весело. Так, что я могу придумать? Вся тупизна в том, что, походу, это все место, которое мне дали, да, конечно, с таким, блин, этим, ой, с таким местом, блин, где, да, какого фига ты открываешься без моего спроса опять? Тихо. Ну, хоть одного! Да блин, реально что ли, ни один не помер? Вы там часом не охренели ли? А, оу, я могу таки... Все, вид засчитан, раз я могу убежать, то это вид. Все хорошо, можно расслабиться. А то у меня аж это, аж пот прям уже был из тех пор. Который на мне есть, когда я подумал, что это все, что мне дают в качестве комнаты. Так, а тот, видимо, отъехал, никого не спросил, нужна даже незаметно. Ладно. Так, и что теперь? Здравствуйте. Чего желаете? Я вот не знаю, мне точно так же дальше абсолютно бездарно тратить свою ракетницу, или я пустовок возьму. То потом какой интернет за меня свалится с небес, а я без патронов. Даже не знаю, какая прелесть здесь. Домой такую штуку на стену хочу. Так, ну чё, я так понимаю, я всех убил. Со всеми прощаюсь. Назад. Или как мне это еще понимать? Я ж тут был, да? Да, и мне, по идее, должна теперь другая комната. Столько я даже не помню, где душа. О, тут там аптечка. Неплохо, неплохо. Так, закрыто. Значит, наверное, я пришел оттуда, раз она закрыта. Хотя и тут закрыто. Ну ладно. Куда дают, туда идем. Блин, ну правда, что ли? Это самое дебильное, что может случиться. Я стану гаем. Надо ракетницу взять. Я, наверное, с ракетницей быстро с ними расправлюсь. Мне вот так не нравится. Я сейчас так копил эту долбанную ракетницу. И сейчас ее просто профукаю на раз-два. Вот. Везде. Ладно. Газ заспавнился из воздуха, сволочи. Я видел. Я все видел. О, начинается. Как хорошо, что у меня ракетница в руках. Ладно, я об этом уже не жалею. Так. И что теперь? Мне больше всего не нравится то, что весь этот арендный уровень
судя по всему, даже близко еще не оканчивается, потому что мы сами прекрасно видим, там еще как минимум одна такая дверь, а может и две, потому что я вообще не вижу смысла пока что во всех этих дверях, я не понимаю, в чем прикол, меня просто куда-то ведут, без ключей, без всего, как бы ни хрена нету, я не понимаю, что происходит, просто по арене прохожу. Мне дали арену, я просто прохожу арену. То есть это то, как я это сейчас вижу. Да ладно, ну правда что ли? Вот видели, чтобы он по мне попал? Он же просто трогал воздух. Стоит такой имп и трогает воздух. Нормально вообще, у меня хп снимается. Ссаные маги. Возьму-ка я, кстати, этот пулемет, наверное. Ты что, зря подобрал, что ли, все это дело? Опять так по-глупому хп обидно потерял. Только не прыг... Какого хрена я должен перезагружаться из-за дебильного прыжка? Ну, видно же, что платформа маленькая. Ой, надо еще о чем-нибудь поныть. Когда долго пишешь серию, начинает хотеться ныть. Блин, быстрее бы пройти этот уровень, я не очень люблю все эти аренки дурацкие. Не, ну пулемет, по крайней мере, вроде был неплохим решением. Так что буду дальше с ним же пытаться. Не прыгай, не прыгай! Это просто бред, полный бред. Ладно, я так понимаю... Если я стою на расстоянии, обязательно хотя бы один из них прыгнет. Так что мне, походу, единственный мой выбор — это взять двустволку и пытаться их шотнуть вблизи. И меня, естественно, царапают при этом, потому что никто шотаться не захочет. Ну, давайте. Проверяем мои способности Нострадамуса, Бабы Ванги и т.д. и т.п. Зачем я поменял еще раз? Чё за херня? Вы это видели? Я на ровном месте, блин, застрял, как будто в невидимую стену попал. Нормально я так трачу свои загрузки. Казённые. Вот чем меня больше всего пугает этот мод, это то, что я в любой момент могу так вот очень неудачно сохраниться. В плане, что... Сложность такая, что, типа, мне всегда может не хватить какой-нибудь маленькой вообще сопельки, хп, патронов или чего-нибудь еще. Поэтому как-то это вот напрягает. Да! Какого хрена происходит? Вы это видите? Я же только что до этого 100 раз спокойно прыгал. Какого фига я теперь врезаюсь в какую-то мини-ступеньку и падаю вниз? Это полный бред. Что вообще происходит? Я сейчас потрачу все свои загрузки. Мало того, что оно времени немало занимает, так, блин, и... Обидно. А ну-ка, прекращай. Дай мне спокойно по ступенькам прыгнуть. Слушайте, может, мне надо с пулеметом прыгать. Может, меня просто с двустволкой не пускает. Хотя, не, ладно, бред какой-то. Естественно, меня в первый раз тоже пустило с двустволкой. Потому что я не знаю, как это видно на видео, но это реально бредово. Я вот такой просто бегу-бегу, и вдруг... Вот опять! Какого хрена? Что происходит? Дайте мне перепрыгнуть. Может мне прыгнуть и, блин, на месте стоять? Я не знаю, это реально бред. Это тупо. Ладно, сейчас прям так и попробую. Я не знаю, что мне еще можно сделать. В такой глупой ситуации. Попробую просто тупо прыгнуть и постоять чуть-чуть. У меня нет идей. Разве что, если они зачем-то сделали так, чтобы эта ступенька потом удалялась, и на ее месте спаунилась другая. Это единственное, что может мне прийти в голову. Не вижу других причин, и не знаю, зачем так делать. Если они не могли нормальный скрипт написать на анимацию, блин, колонки, это полный бред, я в это не верю. Проблема должна быть в другом. Тихо. Тихо. И тут я просто умер, потому что не допрыгнул. Зашибись.
Не, ну ладно, я хотя бы примерно придумал и правду, что можно постоять. Дурацкая ошибка. Очень дурацкая. Сейчас перепрыгнем, короче. Не то, чтобы было очень сложно все это подгадать, все можно, просто, блин, загрузка больше времени занимает, чем сама попытка перепрыгивания. Ну давай же. Только не говори, что опять вылетел. Не так уж долго ты перезагружался. Ага. Ну что, давайте тупкай против скользящей колонки. О, отлично. F5. Не прыгай, не прыгай, не прыгай. Отлично. Так, ну теперь я могу пулемет заряжать. Блин, у них ХП, как я не знаю чего. Хорошо, что они косые, только эти как клоны из Star Wars. Вообще стреляют, хрен пойми куда. Но это для меня плюс, понятное дело. Так, ну что, все? Отлично, отлично, наконец-то можно передохнуть. Так, и что мне делать? Не вижу никакой ступеньки, куда я мог бы прыгнуть. Может, они думают, что я могу перепрыгнуть туда? Я сейчас просто бездарно потрачу еще одну загрузку. Понятное дело. Так, ну вообще, на самом деле, знаете что? Я что-то, походу, долго пишу серию. Пожалуй, буду на этом закругляться. С вами был Димитр 2. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока.